Парник своими руками за месяц. У меня был ролик, где я снял для себя меньше минуты кусочек этого парника. Вот сейчас более подробный отчет. В общем, парник я этот делал месяц. Делал первый раз. Начал на сварку делать, а потом понял, что я слишком долго, и профильная труба прожигается, и варить очень сложно. Стал делать на саморезы. В общем, парник сделан из профильной трубы 40 на 20. Толщина стенок 1,5 мм. Сварка у меня отняла очень много времени. Она была неверным решением. А верное решение вот такое. Вырезается часть профильной трубы вот здесь под углом, потому что это как укосина. И остается одна стенка. Сверлится отверстие диаметром 4 мм. Саморез 5-миллиметровый. По 5 десяток на сторону, на радиус, для нарезания резьбы. Вот здесь тоже под углом получилось. А вот под прямым углом. То есть вырезаны три части, одна осталась. Вот такой крепеж получается. В общем, сделал рамку по размеру парника. Но он не очень большого размера, потому что здесь стоял китайский парник, который развалился от первого дождя. И просто как бы под тот размер я сделал этот. Так-то надо было, конечно, побольше бы делать его, маловат. По углам на 50 сантиметров в землю приварены удерживающие, как их назвать, ну как бы якоря, что ли, получается. То есть просто сварен квадрат для начала по размеру парника. В углы перпендикулярно на полметра вставлены якоря, которые вдавлены в землю и как бы удерживают парник, чтобы его ветром не унесло. И потом начал ставить стойки вертикальные и саму крышу формировать. Поскольку это профильная труба, можно только делать какие-то острые углы. Закругление самому не сделать. Зато снег зимой не задерживается. У меня получилось... Крыша и стена 3 метра. И с той стороны 3 метра. Листы 6-метровые. Как раз один лист просто накладываешь. Вверху просто перегиб у меня. Лист перегнулся на углу конька. То есть у меня получилось где-то 2, что ли, листа, или побольше, 2,5. В общем, 6-метровый лист я перекинул, а вверху просто загнул. Он не сломался, а просто как бы изогнулся по этому углу. И все, у меня один лист целиковый получается через весь парник. Ну вот я ставил дату вот эту, да, когда я закончил. То есть 28 марта начал. И 28 апреля закончил парник. Вот сегодня у нас 14 апреля, температура 26 градусов в парнике.
с открытой форточкой. Форточку вот такую сделал. То есть рамка. И на петлях рамка меньшего размера. Но это как бы пробный вариант. Я делал первый раз. Любой парник постепенно становится мал. Все нужно больше и больше. Как машину покупаешь, сначала одну, потом она кажется уже слабенькой, дешевенькой. Хочется чего-нибудь покруче. Так и здесь тоже. Какой парник не поставишь, все время будет мал. Хочется больше, больше. Но здесь плюс вот крыша, мне кажется, вот так удачный вариант вот такой вот. Под углом. С острым коньком. Снег не задерживается. И воздуха много здесь. Дверь на петлях. Ну, дверь тоже вот по такому же принципу сделана. Поликарбонат провернул с этой стороны, потому что с той стороны ручка. И как-то я решил, что можно и так сделать. Кстати, вот эти вот соединения можно перегнуть. И вот, вот здесь у меня наварено, потому что прожигается электродом тонкие стенки. Варить не надо было. Все на саморезы надо делать. Это уже из моего опыта. Вот. Три стороны срезаны. И осталась одна сторона, которая прилегает для крепежа саморезом. Конструкция очень жесткая получается. Саморезы довольно мощно держат. Но предупреждаю, что сверел я наломал. Сразу берите сверел штук 10. Потому что сверла ломаются вообще на раз. У меня там ролик есть, ворота. Выложено, сделано. Ломаются только в путь сверла. Сразу надо брать штук 10. Потому что 2-3 сверла за день сломаете точно. Они начинают подсаживаться, сверла. Как только оно подсаживается, все, оно начинает ломаться. В общем, парник вот такой конструкции можно сделать любого размера. Петли, обычные петли, можно любые поставить. В общем, здесь стоял китайский, из пластмассовых трубок. В общем, я рекомендую вот такие соединения. В общем, труба 40 миллиметров, 20 миллиметров ширина, высота 40. Толщина стенки есть двойка, у меня полтора, потому что они дешевле за полтора миллиметра. Можно двойку брать, только там дороже будет. Когда я тут пытался это разобраться, как мне делать, даже я вот такими пластинами крепил. Потому что сварка уже это, не подходила на этот вариант, прожигает. Уже вот такими стал. А потом мне, до меня дошло, что вот так надо делать. То есть три стороны срезаешь, одна остается широкая. И она прилегает, и вот такой крепеж получается. Нормально. И по углам якоря вертикально на 50 сантиметров вдавлены в землю. Потом они обжимаются постепенно, и он и ветром его никуда не денется он. То есть здесь никаких брусов не подложено, ни деревяшек, ничего. Просто квадрат из такой же трубы профильной.
Вот из такой трубы просто квадрат, нижняя часть. И на нее уже ставятся вот эти вертикальные стойки. Так что вот такой вариант. Небольшой замочек сделал, чтобы дверь не открывалась. Вот из-за этой ручки я сделал с той стороны поликарбонат. Вот так он выглядит сбоку. Ну, в общем, его можно сделать любого размера. Шире, длиннее, выше. Конструкция это позволяет. Ну, я имею в виду технология. Вот все крепится на саморезы. И поликарбонат на них крепится. Сверлится отверстие диаметром 4 мм. Заворачивается, и там резьба нарезается при заворачивании самореза. Сверло на 4, саморез 5 мм диаметром. По 0,5 нарезается резьба с каждой стороны, слева, справа, на радиус, короче говоря. Вот такой парник своими руками. Но это первый как бы опыт. Можно сделать шире, выше, длиннее. Вот такая конструкция. Вроде все.